Продолжаем наш выпуск. Эко-биомыло, шампунь и бальзам «Медицинский пластырь». В лаборатории химии Дворца школьников создают уникальную экологическую продукцию. Кора березы, казалось бы, бросовый материал, но он содержит в себе полезное вещество битулин. О научных разработках школьников расскажет Наталья Аитова. Дмитрий Калугин, ученик 11 класса, будущую профессию мечтает связать с медициной, а потому кружок химии старается не пропускать. По словам школьника, битулин обладает удивительными лечебными свойствами. Добавляя это вещество в продукт, он становится экологически полезным, а получить природный материал относительно несложно. Выделяется оно с помощью аппарата Соксвита. Сейчас я покажу, как именно. В нижнюю колбу добавляем 90% этиловый спирт, который является универсальным растворителем для растительных веществ. В гильзу добавляем экстрагируемое вещество, то есть кору березы. После нагреваем спирт до 60 градусов и включаем охлаждение в виде холодной воды. Спирт конденсируется в колбе и впоследствии выделяется раствор спиртового битулина. После чего просто испаряем спирт и получаем готовый битулин. Североказахстанская область богата лесами. При заготовке дров остаются отходы, которых более чем достаточно для выработки полезных веществ. Природный материал ребята уже опробовали в различном применении. Результат впечатляющий. Например, мы получили фитопленку. После мы еще сделали фитомази, то есть мы в аптеке покупаем одноразовые пластыри. После нашего употребления мы их просто выкидываем, и этим мы приносим вред нашей экологии. А наши фитопленки, они у нас, еще раз говорю, они сделаны из природных ингредиентов, они разлагаются без всяких проблем, и на экологию нашу мы не вредим. Крема, соли для ванны, мыло, шампунь и другое. Для продвижения своего проекта ребята надеются встретить инвесторов. Отечественное производство будет отличаться низкими затратами и высоким качеством, считают юные ученые. После того, как выделился битулин, мы его экстрагируем на магнитной мешалке. Он застывает буквально за минут 20, и позже мы его разрезаем и употребляем. Фитопластырь обладает очень хорошими свойствами. Например, он замедляет процесс старения, помогает против маленьких порезов, акне. Также молодые химики участвуют в выездных экспедициях, делают анализ воды, воздуха и почвы. Стараются в своих разработках сделать окружающий мир максимально безопасным. Наталья Аитова, Анатолий Беланок, служба новостей.